вашей по требованию прокуратуры заблокирован доступ к 21 интернет-ресурсу, на которых размещалась онлайн-игра «Убей учителя». Игра жестокая и призывает к нарушению закона. Пользователю предлагалось на выбор с помощью имеющихся предметов причинить вред преподавателю. Вход на сайт был свободным, не требовал предварительной регистрации и пароля. Пройти игру мог любой пользователь. Прокуратура Ленинского района города Чебоксары в ходе мониторинга сети интернет выявила 21 ресурс, на которых размещалась онлайн-игра с пропагандой насилия в образовательных организациях. Размещенная информация в виде онлайн-игры способствует совершению насильственных преступлений. В целях исключения доступа граждан к данным сайтам прокуратура Ленинского района направила в суд исковые заявления о признании указанной информации запрещенной к распространению на территории России. Требования прокурора судом удовлетворены в полном объеме. В настоящее время доступ к 21 интернет-ресурсу запрещенной информации заблокирован. В нашей стране запрещено распространять информацию, за которую предусмотрена уголовная или административная ответственность. В этом году прокуратура Ленинского района добилась блокировки адресов 37 сайтов, на которых была игра с пропагандой насилия в образовательных учреждениях. Все они внесены в единый реестр запрещенной информации.